22 июня 2017 год. Бакинская, дом 36. Общее собрание жильцов дома по повестке дня. Повестка дня – это выборы совета МКД, старшего по дому и старший по подъезду. Вторая повестка дня – это оповещение вас о программе «Комфортная городская среда». Значит, нам, да, очень новая тема. Она уже идет. Вот у нас присутствует гость. Это Любовь Николаевна, старший по дому, Бакинская, 30А. Они участвовали в благоустройстве своего двора и попали в программу благоустройства. Провели субботник, более 30 человек вышли на субботник 29 апреля. Значит, если знаете, дом вот Бакинская, 30А, видите. У них клумбы, они стараются за своим домом, двором следить, и поэтому они попали в эту программу. У них будет благоустройство двора, детская площадка, надеемся, что дорога и освещение. Вот для того, чтобы вы попали в очередную программу, программ очень много, через 4 года, по словам нашего губернатора Николая Ивановича Меркушкина, Самара превратится в европейский город. Но для того, чтобы город превратился в европейский, мы должны участвовать в этом сами, лично, без администрации, без ПЖРТ, без всего. Мы жители. Значит, на сегодняшнее собрание нам необходимо с вами, вам необходимо это избрать старшего по дому. Есть у вас предложение по старшему? Оставьте эти бумаги. Да. Ну, значит, нужны, ребят, товарищи, решайте, кто у вас будет старший по дому. Свет, тебе нельзя? Она такая активная. Почему нельзя? Давайте начнем сначала с других вопросов. Вот вы приходите каждый раз, нас каждый кто-то новый. Обещает нам золотые горы, вот и дорогу. Давайте начнем с того, что... А давайте вы мне сначала слово дадите, ну, раз вы собрали нас всех жильцов. Вот я от жильцов и говорю, у нас вот дом лежит, вот такая папка. Письма туда, сюда, туда. А результаты? Вы все приходите, хотите, вот выберите меня и такой хороший. Да я не... Выбираем, опять. Выбираем. Меня не надо никуда выбирать. Я управляющий микрорайона номер один. Сотрудник администрации. На должности. У меня зарплата. Меня не надо выбирать. Я на работе. Поэтому. Вы нам сначала сделайте что-то. Вот давайте так. Для того, чтобы вам что-то сделать, опять вы меня хотите выбрать куда-то? Нет, вот вы говорите, вот давайте что-то вот сделаем. Давайте сначала изберем старшего по дому. Нет, давайте вы сначала нам что-то вот для дома. И вы тогда, вы тогда старшего изберете из себя. Извините, а в чем здесь это прикол-то? Чтобы мы хоть кого-то видели, чтобы какие-то планы. Да вы себя увидите, увидите себя. Давайте что так. Что должен делать старший по дому? Старший по дому делает следующее. Собирает совет МКД. В совет МКД, МКД многоквартирный дом. Вот с каждого подъезда собираются старшие и старшие. Они собрались здесь на лавочке и приняли решение, что мы будем делать в этом году, ремонтировать. Ну, что смеетесь вы? Да не решается это без подписи старшего. Значит, смотрите, есть протокол этого собрания. Протокол собрания подписываете, идете в ЖЭО и спрашиваете, сколько денег на вашем счету. Вот, секунду, вот эти деньги могут, сколько денег на счету, могут сказать только старшему, потому что этот человек под протоколом официальное лицо. Если нет старшего, никаких программы вам на дом никто не делает. Мы ходили, вот я старший по дому, мы ходили, вот Титан ходил, Люба ходили, у нас есть и подписи, и все, и нам все показали. Дальше. Вот, смотрите. Дальше. Вы спрашиваете родину, когда будет то-то, то-то, что вы наметили. Она вам ответила. Срок поставила. Сначала 17-й был, теперь 18-й. Вот. Документы все подписаны на 17-й год. Сказал, идем, следующий момент, мы идем к Денежкину. Есть ходили. Такой ПЖРТ, сходили. Следующий момент, мы идем к начальнику ЖЭО. Не ЖЭО, а начальник отдела по работе ЖКХ, да, да. В администрацию. Ходили. Следующий момент, мы идем к замглаве по ЖКХ. Ходили. Нет, серьезно. Хождение, как вы хотели. Можно по-другому сделать. Можно по-другому сделать, как Анна сделала. Она никуда не ходила, она открыла интернет и написала жалобу в Москву. Так вы сделали?
муж сделал. Вот так можно сделать. Ну, вот теперь. Писали, а так вот, вот и. А мы пишем, ну, а до того, как я был сотрудником. Давайте так. Значит, я вот объясню. Да, это. И это все по правилам так и должно быть. Но если вы написали наверх и спустилось обращение вниз, то это принимает указ президента. И ваше обращение сверху. Нет, она вот из дальнего угла вынимается и сверху. Опять вот вы. Значит, ребята, у вас есть старший. Вот уже вы определили, так и вы и были. Просто нам сейчас нужно подтвердить полномочия, составить протокол, это я все сделаю. И также каждый раз по этим кругам ходить. Значит, никак, смотрите, вас много. Так, секундочку. Ребята, ну без этого. Ну без этого. После пяти уже никого нет. Без этого ничего не сделаешь. Нет, вы что предлагаете? Я ничего вам не предлагаю. Да я не предлагаю. С нашими документами? Когда без этого ничего не сделаешь. Мои старшие из Бакинской 38А каждую неделю по вторникам сначала идут к Родиной, от Родиной идут к Денишкину, от Денишкина идут в администрацию. Если так не получается, они пишут плакатик и становятся с пикетом около администрации. Да, да. Через минуту выбегает зам главы по ЖКХ, и через 5 минут все у них делают. Какая же это глупость? Это ваши... Мы должны такие пороги отбивать. Почему? Вот именно. Вот, это другой вопрос. Платя за все и вовремя. Еще должны бегать с вами. Извините меня. Вот вопрос. Давайте... Вопрос в том, что это ЖЭО, это ПЖРТ, частники. Они никакого отношения к государству, к администрации не имеют. Они как-то провели там... Дорога муниципальная или к дому? Муниципальная. Соответственно, при чем тут ПЖРТ? ПЖРТ ни при чем, администрация ни при чем. Вот районная администрация не относится. Сейчас все это относится к городу. Вот так. А для чего тогда у нас? А для того, что нас... Районная администрация. Ну, это я... Там столько народу работает. А мы еще должны бегать. И кому-то что-то доказывать. Мы просить никого не обязаны и не должны. Мы должны требовать. А требовать, если вот прошли мы вот эти все инстанции и ничего не получили, дальше инстанции, прокуратура. Уже и ходить никуда не надо. Вот интернет открывайте и пишите. Все это сваливается на плечи жильцов, правильно? Да. Если дорогу, только на плечи жильцов все это сваливается. Да. Больше да. Никто ничего не будет. Никто, понимать. Потому что вы собственники. Ни администрация, чего? Ни это самое. Жилья. Дороги? Жилья. Дорога, мы сейчас говорим про дом. Про нет, дорогу мы отдельно. Про дорогу конкретно. Вот про дорогу... Вопрос большой, это большая наша проблема, вот, это дорога. По дороге, смотри, обратите внимание, вот лежит постановление около вас. Это вам. Оставляю вам и старшему по дому. Значит, вам нужно ознакомиться с этим постановлением и принять решение, участвуете ли вы в программе «Городская среда» или не участвуете. Если вы примете решение, что участвуете, также проведем собрание, значит, напишем все вот эти, как там, грамотно заявку и отдадим. Значит, программа «Комфортное жилье» состоит в том, что если вы в этой программе будете участвовать, вам дорогу сделают, как она должна быть по плану. А если вы хотите, чтобы у вас было вот здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 парковочных мест. А там типа секундочку. Вот здесь уже тоже надо смотреть. Или вы дорогу немного расширяете, но опять-таки, если вы вне плана это делаете, то приезжает комиссия, проверяет эту вашу внеплановую нагрузку, и эту сумму, вот которая вне плана, вы собираете с дома или заинтересованные лица, 7% от этой суммы вы добавляете сами. Вот такая программа. Вот в этой... Я это вам я оставлю, Анна. Да, я вот внимание отдала. Да, вы... Да. Я в 60-й квартире на сайте я прочитала такое объявление. Ребят, с 19 июня по 28 в городе есть такая Кузнецова, принимает заявки на ремонт. Да. Я позвонила в наше ЖЭО.
господин Захаров, Родин со мной не стал разговаривать, господин Захаров сказал, это ваша проблема, звоните в администрацию. В администрацию, да. В администрации трубку не берут. Я позвонила самой Кузнецовой. Так. Она мне объяснила, что это забота администрации, да, нашей конкретно, да, и они должны составить заявку, да, и подать. Значит, причем смотрите, тогда, давайте так, это задача администрации, только вы должны обратиться в отдел по работе с общественным.